Оберой Аджман, 5 звезд, считается VIP отдыхом. Здесь отлично развит вид спорта, гольф. Да. Сами открываются. Да, прекрасно. Ваши две попы на фотографии. Это стенки. Уже? Иду! Отель для релакс-отдыха. Это я вам показываю библиотеку в отеле Оберой Аджман. Территория отеля вы видели, очень зеленая, ухоженная. Прикольная, мне очень понравилось. Сейчас предлагаю вам послушать информацию о отеле, концепции и что можно, а что нельзя. А также хочу напомнить, что туристический налог обязателен только в трех эмиратах. Это Абу-Даби, Дубай и Рас-Аль-Хайму. В Аджмане туристического налога не существует. Over Azora having 89 rooms, 89 keys. Starting category, it's a premier room, which is having 56 units for this. Значит, всего в отеле 89 номеров. Стандартная категория. Premier room, which is 81 square meter. Премьер комната называется premier room. Это стандартная категория, 81 квадратный метр. 81 квадратный метр, стандартная комната, называется премьер рум. This is the biggest in Ачмана. This is the biggest room. Я думаю, это действительно самая большая стандартная комната в Ачмане. The second category, it's a deluxe suite. Следующая категория, deluxe suite. It has a living room, and this is the only unit having two views. View of the ocean and view of the marina. Значит, вот это вторая категория. У них есть вид как на Персидский залив, так и на заливчики вот эти мангровые заросли, да, то есть есть два вида, вот. И в этих вторых категориях есть столовая, кухня, столовая, полноценная. It's 109 square meters. How much? 109. 110 квадратных метров, вторая категория. Yes. The third category, we have a premier suite. И третья категория, premier suite. It's like a one bedroom suite. Односпальная комната. One bedroom suite. Это третья категория. Then we do have a Kohinoor suite, which is the two bedroom suite. Two bedroom suite у них есть. Еще одна категория.
Then we have a villa, which is two-bedroom villa. Есть виллы, они двуспальные, с бассейном. With a pool, this with a pool. Then we have a three-bedroom villa with a pool as well. Ну и, соответственно, трехспальные виллы тоже есть с бассейном. Two-bedroom villa, they are all beachfront, which is in the first corner of the resort. Yeah. Все виллы, они на первой береговой линии, то есть с видом на море. Three-bedroom, they are behind the two-bedroom. Yeah, okay. So they are more private. Okay. And what about when did you open? We opened on April 2017. 2017 года открыли. В апреле 2017 года открылся. Do you have fish at our buses? We have every Monday and Wednesday in Dubai Mall. Есть трансфер в Дубай Молл понедельник, среда. Да, we have a breakfast and half board. По питанию у них есть только завтраки или же только half board. And half board, so it's possible. Okay. Менять можно, обед, ужин менять можно. Если двухразовое питание. Это все set menu или что-то? It's a set menu. Set menu. For breakfast we have a whole buffet. На завтрак у них тоже как бы идет и ну, часть буфета, холодный буфет, так называемый, салаты, овощи. Но горячие блюда все равно заказываются по set menu, не шведский стол. We have two restaurants, Vinest, which is we serve all day dining. Which? Cuisine International. International. Yes, we serve for breakfast, lunch, and dinner. Then we don't have, we have aquarium, which is seafood. It's open from всего два ресторана, один из них главный, он, в принципе, интернациональную кухню сервирует, и есть ресторан с морепродуктами. Он работает на ужин только. То есть гости, если имеют хавборд, они могут на выбор либо в основном, где интернациональная кухня, либо в рыбном покушать. The good, the most selling of this resort, our, the designer is Piero Luzioni, he's a famous in New York. And in Italy, Milan, he designed all of this architecture. It's $400 million dollars architecture. If you will see from books, he's the one who designed from furniture and everything. This imported from outside. Значит, ну на самом деле интерьер не простой, как он объяснял. Итальянский дизайнер Пьеро Лисиони, действительно известный дизайнер итальянский, можете посмотреть его работы в интернете. Он популярен по дизайну, дизайну отелей в Нью-Йорке, в Лондоне, да, в крупных городах, поэтому действительно все вычурно, красиво, необычно. 4 миллиарда долларов все ушло просто на дизайн. Просто на дизайн. What about the deposit for the guest? Deposit, if they are staying for 7 nights, for all stay. Значит, если гости останавливаются на неделю, то депозит составляет $500 за все, за неделю. If less or more. That's, we normally ask for the same amount. Same amount, if more, same amount. В любом случае, неважно, сколько вы остаетесь, $500 депозит на весь промежуток отдыха. Неделю, две, месяц, сколько за. Так, какие еще вопросы? Сразу про фигурс. Комната, которая задвигается. Там получается гостиная зона и спальня. Дверь есть, это как бы комнатный или открытого плана? Это сейчас посмотрим, мы пойдем смотреть. И там как раз узнаем. Значит, еще вопросы есть по территории? Бар, мини-бар, там потом. We have a kids club, which is after the swimming pool over here. Yeah, they also we have attention over there. From 4-year-old onwards we can hold. Клуб есть с 4 до 12-13 лет. If it is below 4 years, it should be 100%. До 4 лет только с родителями. Значит, алкогольный бар имеется в плане на территории самого отеля непосредственно, да. В номере имеется мини-бар, но он платный. Анимация какая-то живая? Нет, анимации никакой. Живая музыка только. Только живая музыка с точки зрения пианино. We have pianino every Friday. Yeah. Каждую пятницу играет пианино, вечерние такие. We have every Sunday, which is we have a management, management cocktail. We do have as well, we are welcoming all the guests. Также по воскресеньям, помимо того, что играет живая музыка и пианино, еще, скажем так, они угощают всех посетителей бесплатными коктейлями, алкогольными, безалкогольными, то есть, скажем так, комплимент от менеджмента отеля. Да. Такие вечера, посиделки. Спа есть, спа полностью за дополнительную плату, тренажерный зал, конечно, имеется бесплатно. Yeah.
скажешь, все? Да. На пляже это ванна, например, отдельно платят. Кабаны уже можно занимать, то есть без проблем, они бесплатные. В общем, кабаны бесплатные. Все, можем идти смотреть комнату, да? Какой показывает? Deluxe Suite, стандарт? Вторая категория. Вторая категория. Deluxe Suite. This is like the Deluxe Suite. 10 square meters. 100, yeah, 9 square meters. Много напоминает лучше. Sorry. How much golf? Golf, it's 375 starting. Dirham. Okay, and how many golf? 18 holes. 18 holes. Поля, всего поля? Да. How many fields totally, you know? Fields. I mean like the area it's of fields. 18 holes. No. The golf is... 18 лунок. 18 лунок. Вот это все, да? It's designed by Nick Klaus. Nick Klaus is a world designer. Okay. Еще какой-то мировой дизайнер Nick Klaus. Thank you. А стоимость $100 в час. $100 в час. Я уже, в принципе, понял так. Гардеробная. Мини-бар платный, но кофемашина, как обычно, включена. То есть пополняется все. Водичка пополняется. Кудушки начали. А спальни плит. Это вторая категория. Это телевизор, это вообще верно. Вторая, да. Первая. Нестандартный. Здесь и стандарт, нестандартный. Такие стандарты, когда я получил с собой с пляж не показывает только потому, что арабский. А женщины курсят. Нельзя снимать его. Но отель рассчитан для релакса. Отель находится в Аджмане. Так. И, естественно, ванная. Премиум сьют. Третья категория номеров. Гардеробная.
Весы есть. Ну да. Standard looks like the first suite, like before. The deluxe suite without the living room here. Стандартная комната, чтобы вы не хотите зря смотреть, тратили время. Стандартная комната выглядит как делюкс, только без гостиной. Сейчас мы направляемся к виллам. Я покажу вам одну виллу. В данный момент мы едем от отеля. Территория довольно-таки большая, зеленая и очень ухоженная, повторюсь. Очень классная. Спальная вилла в Оберой Аджман. Гардеробная, сразу ванная комната, я так понимаю, душевая на улице. Мини-бар. Стой, показай. А, нормально. Шампанское. Я такое купал во Франции. Дешевле намного, чем у нас. Вот такие конфеты мне заказали эти купить. Ох, какая она большая. Так. Ага. Еще спальня. Гардеробная. Ванная. Точно такая же, как и там. Так. Камера разряжается, мне нужно успеть вам все отснять. Я тоже смотрел, да?
С личным бассейном. If, for example, family doesn't want to see each other, you have two families, friends. Спасибо большое за просмотр. Просьба поставить лайк и подписаться на канал и поделиться этим видео. С вами был Дима.